Здравствуйте, с вами Руди, и сегодня я вам покажу свое оформление корпуса плеера из журнала Vogue. Идея родилась у меня с утра. Идея состоит в том, чтобы использовать как основу корпуса прозрачное окошко от экрана, защитное. Дело в том, что по габаритам плата и экран совершенно совпадают, и поэтому плата отлично утапливается в это окошко и держится на своем месте. Собственно говоря, сверху мы кладем экран и по периметру закрепляем изолентой. Сейчас я снял все лишнее, оставил только USB кабель, потому что хочу попробовать использовать этот девайсик в качестве такой приставки к компьютеру. Может быть, через ВНЦ кинуть на него рабочий стол, ну или что-нибудь в этом духе. В принципе, ничего не мешает вывести через низ все остальные разъемы: кнопки, батарейку, динамик. Но суть в том, что в таком случае мы получаем очень тонкий девайсик, дисплейчик. Он буквально в толщину имеет вот 9 мм. Удобная штука, ее можно поставить на подставочку. Собственно, сейчас она работает у нас только через USB. Как вы видите, прекрасно загружается Linux. Недостатком, конечно, является то, что экран остается без защиты, но, в принципе, если особенно не баловаться и не кидать его об стенку, то, я думаю, ничего с этим дисплеем не станет. Как видите, сзади через прозрачное окошко видна плата. Видите, мне пришлось снять фольгу, защищающую шлейф экрана, чтобы он лучше помещался в корпусе. В принципе, ничего страшного в этом нет, фольга снимается довольно легко, и шлейф сам по себе вполне прочный, чтобы работать без защиты. И получалось очень красивое такое технологическое окошко. Можно воткнуть туда неон, и будет прям тюнинг. Итак, вуаля. Всем пока.